Руднев. Немножечко не хватило, чтобы обыграть. Хуан Минсон, он с мячом, передача, Вандервард. Ой, блестяще! Блестяще, Вандервард! Ну как можно здесь не отдать пяткой? Ох, немножечко не хватило, совсем немножечко. Блестяще сыграл Вандервард, ну как же так? Чуть-чуть не хватило Хуан Минсону. Немножечко, совсем немножечко. Алексей Березуцкий. Такое, вы знаете, неудобное положение сейчас поставил Зырянова. И Зырянов под прессингом свежего Кокса. Хорошо звучит. Бывает ли Кокс свежим? Продолжает ту же тему. Так вот, едва-едва сумел сделать передачу назад.